И еще одна информация криминального характера. Полицейские задержали курьера-мошенника, который обманывал по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». 20-летний житель Сызрани решил заработать легких денег. Трудился не один. На своих заказчиков молодой человек получал адреса, откуда нужно было забрать денежные средства. Большую часть суммы он переводил начальнику, процент оставлял себе. На допросе признался, серьезность всей ситуации осознал, но добыча легких денег была выше моральных принципов. Жертвами мошенника стали жители Павловского, Николаевского и Барышского районов. Такие большие суммы видишь, ты ничего ни о чем не думаешь. Ну, сам осознавал, да? Сам-то я осознавал, да, что, ну, капец. Я что-то нечистое, да? Да, что-то нечистое. Не, я еще сегодня, не, вчера-то еще... Ну, ты осознавал, что это против закона? Здорово, конечно. Фигурант обвиняется в 5 фактах мошеннических действий, сумма ущербов от которых составила более 600 тысяч рублей. В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела. По ходатайству следствия судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают соучастников мошеннической схемы. Полицейские призывают жителей Ульяновской области быть бдительными и не переводить денежные средства незнакомым людям.